Администрация Барака Обамы вступилась за нелегальных иммигрантов и их работодателей, призвав Верховный суд США аннулировать новый закон штата Аризона, который предусматривает серьезные штрафы для тех, кто нанимает на работу нелегалов. Санкции аризонского закона оказались сильнее федеральных. Более того, представители Министерства юстиции США провели беседу с властями Аризоны и высказали свои замечания по поводу нового иммиграционного закона штата. Новый закон может привести к широкому распространению профилирования по национальному признаку и уже вызвал бурные дебаты по всей стране. Что думают о незаконной иммиграции сами жители США, съемочная группа Infox поинтересовалась на улицах Вашингтона. Есть много законных способов оказаться в США, и многие люди делают это на законных основаниях. И я, скажем так, больше поддерживаю их, чем тех, кто проникает в страну нелегально. Мы полагаемся на большое количество рабочей силы из Мексики и других стран, поэтому нужно найти решение, чтобы выжить. Я думаю, что у первых иммигрантов, которые прибыли сюда, не было правильных документов, и их принимали с распростертыми объятиями те, кто уже сюда перебрался. Полагаю, что мы должны продемонстрировать другим такое же отношение. Здесь каждый иммигрант, каждый приехал из какой-либо страны. Это земля свободных и родина смелых. Екатерина Александрова, Алексей Березин, Infox, Вашингтон.